За прошедшую неделю Бирский поисково-спасательный отряд принимал в 8 поисково-спасательных работах, из которых 3 на акватории природного характера, 2 на ДТП и 3 бытового характера. В первом случае спортсмен-серфингист с аэрокрылом упал в воду в районе Бирского моста. Дежурная смена Бирского поисково-спасательного отряда на лодке вышла в данный район. Упавший в воду спортсмен уже находился недалеко от берега, он находился в водоотталкивающем костюме. Опасности ему не угрожало. Дежурная смена сопроводила его до берега, где он спокойно вышел на берег. Значит, 2 случая произошло с применением водолазного оборудования. Первый случай произошел в Новосибирском районе, Криводановском сельсовете. Отдыхающие люди на протоке реки Оби употребляли спиртные напитки. Один из них решил переплыть протоку. Несколько метров при возвращении он не доплыл до берега, утонул при свидетелях. Группа водолазов Бирского поисково-спасательного отряда провела осмотр данного места и достали при помощи водолазного оборудования утонувшего мужчину из глубины 4 метра. Значит, второй случай с применением водолазного снаряжения произошел в Тагучинском районе, недалеко от села Васино, в пруду. Также отдыхала группа людей, рыбаков, употребляли спиртные напитки. В ночное время один из мужчин, рыбаков, решил на резиновой лодке переплыть на другой берег. При возвращении обратно каким-то образом оказался в воде и утонул.